Форвард ЦСКА Андрей Лопатин. Андрей, привет. Привет всем. Самый важный вопрос. Как у тебя с прической? У меня вот я с трудом свои локоны укладываю. У тебя, я смотрю, тоже там небольшое прибавление волос на голове. Ну да, есть. Я уже думал, кстати, я уже предложил. Ну, сначала девушка предложила, а потом уже я такой думаю, ну, может, на лысо. Может быть, после шоу как-то. А, то есть ты не рискнул, да, в эфир выйти таким? На кого ты равняешься в команде и кто оказывает на тебя больше влияния? Ну, прямо сейчас это вот все основное поколение, вот кто старше. Я у каждого пытаюсь что-то забрать лучшее. Больше, конечно, Никит Курбан, потому что у нас общий тренер. Семен Антонов, даже и вне площадки он мне подсказывает. Андрюха Воронцевич, где всех поддерживает и рассказывает, как играть более командно. Миша там про какие-то движения, как он в Суперлигу к нам вот порой матчей спускался, играл. Всегда мне подходят подсказки, и я это все воспринимаю себе и впитываю. Расскажи, пожалуйста, чуть более подробно про свой график профессионального баскетболиста на самоизоляции. Ну вот, в данный момент я тренируюсь по графику 3-1. Делаю по одной тренировке в день, где-то она длится часа два. Вот, уделяю внимание также, как и силовым, после растяжка, ролика, раскатываю все мышцы. Да, какое прозвище у тебя в команде? Лопата, какое еще прозвище? А вот Андрей Владимирович, я слышал, Лопа так тебя называют, нежно. Ну да, коротко уже совсем пошли. У вас, кстати, с ним есть вообще такой элемент собственного хэндшейка, да, вот рукопожатия, хлопанье ладоши. Ага. Можешь что-то про это рассказать? Ну, Андрюха, он всегда такой веселый, и у него с большим количеством ребят есть какие-то свои фишки. И он был организатором вот этой нашей между фишки. Я люблю танцевать. Ну, там в тренажерном, там музычка играет, там пару движений там показать. И вот Андрю говорит, так что мы это? Давай это перед игрой, перед выходом будем делать. Дмитрий спрашивает, самый большой прокол в игре можешь вспомнить за свою карьеру? Не знаю, это еще в Сдюшоре было, по-моему, мы против ЦСКА играли. Так. Что-то я стою в топ, отдаю передачу под 45, я перехватываю. Я уже вижу, как тренер на меня смотрит. Он бежит с левой стороны, на два шага идет, я фалю, фол не спортивный, он забивает, ну и все, я там, в общем, сразу на скамейку. В НБА новички, да, бывает там даже несколько недель первые, а то и месяц, носят женские розовые, там, девчачьи такие рюкзачки, там, обязаны пончики каждый день в раздевалку приносить. Да, мне Джо про это рассказал. Мне Джо рассказал, да, вот про эти моменты в Америке, как у них с дедовщиной, ну, не дедовщина, а вот то, что вот прикалываются так над новичками, кто поет, кто рюкзак носит, кому там машину попкорном забили. Вот, по-моему, ему машину попкорном и забили. Бедный Джоэл. Ты над кем-нибудь когда-нибудь вот так шутишь, подшучиваешь, может быть, какие-то розыгрыши устраиваешь, или пока еще нет? Пока еще молод. Я думаю, пока еще молод, пока мне не надо это делать. Андрей, а какое самое неожиданное место, где ты расписывался, давал свой автограф? Самое неожиданное, наверное, было, это как кроссовки мне кто-то дал, какие-то красивые, ну, которые не хочется особо так марать. Вот, и попросили там расписаться. В любой профессиональной команде есть такое понятие, как штрафы за, ну, какие-то там, не знаю, поступки, проступки. И платил ли ты когда-нибудь штраф? И какой у тебя самый большой штраф, который ты заплатил? Самый большой штраф — это был 500 рублей. Я не надел штраф. За что? За переход в неположенную дюбль? Это было в дюбле. Это мама тебя штрафовала? Нет. Тренер, он очень был такой, ну, за здоровьем надо было следить. И вот штраф 500 рублей, если не в шапке зимой, чтоб не заболели. Жестко. И в итоге я тогда купил белую шапочку такую, найковскую, красивую. Надеемся, что баскетбол скоро вернется на главные площадки, и вы увидите там Андрея Лопатина. Андрей, еще раз спасибо тебе большое и до встречи. Вам спасибо. До встречи.